Итак, привет всем зрителям. Сегодня у нас телефон Xiaomi Note 7. И причиной записи этого видео стало то, что в сети много информации, что этот замечательный телефон Note 7, который, как вы знаете, разошелся просто многомиллионным тиражом в мире, что у него, у этого телефона, оказывается, есть, к сожалению, проблемы. И эта проблема мешает комфортному пользованию этим телефоном. Это проблема датчика приближения. Вы знаете, что датчик приближения находится в верхней части здесь и реагирует при наборе номера, то есть когда вы набирали номер абонента, да, пытаетесь, подносите телефон к уху, датчик автоматически реагирует на то, что вы поднесли телефон к голове и гасит экран. Очень много жалоб на то, что он не срабатывает или срабатывает некорректно. Экран может не погаснуть. И ухом вы нажимаете разные иконки, телефон куда-то начинает что-то там выполнять. И все это из-за того, что не срабатывает этот датчик. Итак, какие же могут быть причины? Во-первых, этот датчик может быть у вас вообще выключен в настройках. Для этого заходим в настройки, в поиске. Вверху настроек тут, чтобы найти быстренько то, что мы ищем, вводим или текстом, или голосовым набором. Датчик приближения. Вот датчик приближения. И смотрим, что был активирован вот этот ползунок. То есть датчик приближения отключает экран при поднесении к уху. То есть если он у вас выключен, включить его в правую сторону. Если у вас уже активировано это меню, значит, может быть причина в том, что включена еще одна функция, которая иногда мешает корректной его работе. Это блокировка в кармане. Опять же, тут у нас в настройках. Блокировка в кармане. Режим в кармане. Он предотвращает случайные нажатия при помещении устройства в карман. Желательно этот ползунок в положение выключить, поставить, потому что эта функция, она мешает корректной работе вашего датчика. Также, если это все уже сделано, а датчик также само продолжает глючить и плохо работать, вот это место, у меня вот, например, защитное стекло наклеено. Наклеила очень хорошо и ровно, но опять же, может вы криво наклеили, датчик закрыт, может эта область загрязнится, надо ее протереть. Если все это не работает, тогда надо проверить вообще, работает ли ваш сам датчик освещенности. Для этого вам надо зайти в инженерное меню. Для этого в вашем номеронабирателе, в звонилочке. Набираете звездочка решетка, звездочка решетка 6484, решетка звездочка, решетка звездочка. Вот вы попали в инженерное меню. В инженерном меню надо найти вам Proximity Sensor. Надпись. Все у нас тут, видите, на английском. Вот. Proximity Sensor Test по 27. Итак, когда вы попали в это меню, убедитесь, что сильно яркий свет не попадает у нас сюда, не светится всей силы. Нажимаем кнопку Calibration. Вот написал Calibration Success по-английски. То есть калибровка была выполнена успешно. И убедиться в этом можно, что вот у нас максимальное значение пятерочка стоит, то есть горит дисплей. Вот при закрывании у нас меняется на нолик. Опять убрали, у нас пятерочка. Таким образом мы откалибровали свой сенсор и решили эту проблему. Надеюсь, друзья, это видео было полезным для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!